Всем здорово, ребят. Ну что, на Тайване тоже открылся шарик, и обмена такого, как на немке, нету. Соответственно, скорее всего, тот обмен, который был на других серваках, на немке просто сделали его по-своему. Но здесь есть другие обмены. В общем, поехали. Здесь плюхи такие же в шарике. Относительно этих плюх, видите, есть донатная карта Трифит Космо. Можно Фрейю также получить. На немке, к сожалению, этого нету. Сейчас я вам покажу на немке. И мы пойдем с вами смотреть новую локацию. Ее тоже поменяли. Гильдейскую локацию немножко усовершенствовали. Такс. Вот обмен. Ну, то есть, как видите, у нас максимально пятая карта на немке. Нету донатной, к сожалению, карты. Такс. Окей, поехали дальше. Самое интересное у нас в новой гильдейской локации. Сейчас мы туда забежим. Так, вот она уже стартанула. 13 дней. Еще никто не бегал. Поехали. Итак, что мы видим? Кроме загрузки пока ничего не видим. Вот прогрузилась. Уже наконец-таки видно нормально. Нормально уже видно передвижение. То есть они сделали передвижение юнитов. Видно, кто куда бежит. Откуда, куда, кто что занимает. Также по карте, как видите, видно уже более-менее нормальные дичьи замки. То есть, какие замки есть, где мы находимся и где находится имперский замок. То есть, это тоже довольно-таки удобно. Блин, как оно подвисает. Но это не самое главное. Посмотрите сюда. Они поменяли плюхи. То есть, соответственно, за выполнение, я не знаю, каких-то либо заданий, либо захвата каких-то клеток, вы будете получать вот такие вот плюхи. То есть, у нас тут 30. Сейчас попробуем за 3 дня. Блин, вот сложно найти теперь. Конечно, карта прогружается, куча мелких деталей, и просто трэш какой-то творится. Ну, возможно, на телефоне будет все получше. Ну, в общем, вот так вот теперь оно все выглядит. Довольно-таки получше. Так, ну тут ничего не поменялось. Как видите, надо создать три команды, все по стандарту. Делаем первую команду нашу. И тут, конечно, такие герои прокачаны, что... Да блин, что, мы ее не сохранили, что ли? Что за фигня? Надеюсь, на русском сервере будет получше с переводом. Можно будет нормально все сделать. Ну, там будет перевод, там мы уже поймем. Такс. Блять. Бомбит. Полчаса, чтобы настроить пачку, блин. А подвисает что-то жестко прям. Вот это сохранить. Отлично. Наконец-то.
Ну, вот так вот, таким вот образом, то есть ничего не поменялось, единственное, здесь уже появилась анимашка, то есть уже видно, куда ваши герои бегут, на какую локацию. Ну, то есть уже более-менее. Ну, честно скажу, это пиздец. Ну и вроде карту, если я не ошибаюсь, уменьшили. Может и нет. Короче, тут до хрена всего. В самом каком-то конце. Ну, синие замки, видите, это замки живых людей, скажем так. Ну, таким вот образом вы бегаете. Сейчас мы посмотрим на плюхи. Мне интересно больше плюхи посмотреть. 3,45. Не знаю, что это означает. Ну, в общем, самое интересное вот здесь. То есть 1600 это, скорее всего, очки какие-то удерживания главного замка. Здесь один, либо захват, либо что. Но здесь, видите, единичные. Но такие вот плюхи, я считаю, очень-очень даже круто. Восьмые эмблемки для всей гильдии получить реально круто. Такие тут у нас, это, наверное, тут седьмые уже идут. Тут тоже седьмые. Возможно, эти плюхи будут меняться. Это было бы, конечно, очень круто. В общем, мне это нравится. Так, это то, что наши побежали, напали. Но, в общем, таким вот образом они немножко поменяли ее. Не знаю, что сказать по поводу этих изменений. Не знаю, напишите в комментах, что вы думаете по поводу вот этих вот изменений этой локации. Ну, честно скажу, я прям, чтобы мега вау был там в восторге. Вот это классно, круто. Как по мне, нифига толком не поменялось. То есть, по сути, одно и то же самое. 30 героев фигачатся. Тут без разницы, по-моему, какие герои вставить. Самое главное запомнить, что на третьей кнопочке у нас запоминалка. То есть добываете ресурсы, чем больше у вас ресурсов, тем больше потом у вас. Так, поехали дальше. Ну, видите, вот так вот, таким вот образом. А что третья не сохранилась? А мы ее не сохранили просто. Так, а ну-ка, раз, два, три, четыре, да, четыре клетки у нас получается. Здесь у нас почта. 4 клетки, а вот 5. Вот это, наверное, за количество захваченных клеток. Если будет 120, вы получите такие плюхи. Это, скорее всего, ресурсы. 10 тысяч в сутки вы получите вот эти вот плюхи. А вот дальше, скорее всего, захваты какие-то. Захваты, либо PvP сражения. То есть выиграть надо, не знаю, что 5. 5-1, 1-1, 1-1. Тут уже, скорее всего, что-то посложнее. Но 4000 самоцветов и 1300 самоцветов, я думаю, в принципе, неплохой подгон. Плюшки. Так, у нас получается 5. Может, это общие гильдийские 6 уже даже. То есть это одна клетка. И тут у нас... Ну, давайте попробуем захватить здесь рядом. Отправить. Попробуем рядом захватить. Посмотрим, что будет. Ну, в общем, таким вот образом, ребят. Все бегают и воюют друг против друга. Сейчас попробуем 7 секунд. Вот видно, кто где бегает. Интересно, я на него напасть могу? А, видите, на него я напасть не могу. В Castle Clash Newdown была возможность нападать на игрока самого. Здесь такой возможности нет. Да, первое это у нас за количество захваченных клеток. Скорее всего, всей гильдии, наверное, я не знаю. Это за количество ресурсов добытых. Вот что дальше, это пока неизвестно. Но я думаю, запустится завтра на русском сервере. И мы там уже с вами определимся и посмотрим, что, как, к чему. Либо на английском сервере. По-моему, завтра у нас оно запускается. В общем,
Такие вот, ребят, дела. Ничего в основном не изменилось. Изменили интерфейс и изменили плюхи. Остальное все осталось без изменений. Ну вот, очки зарабатываете. Да, рейтинги идут. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.